Когда ж закончится урок и прозвенит звонок, я вытащу свой телефон и зайду в ТикТок. И что же вижу я, друзья, уже 5 октября. Ведь сегодня день учителя. Это значит, мы откроем учителю дверь, проведем вместо него все уроки, поверь. Мы подарим самый пышный букет из роз, будем учителя любить, хранить и чтить, и будут очень рады учителя, зная, что мы их ценим почти как себя. И подарим поздравления, чувств не тая, пожелаем им жить, любить, творить с днем учителя. С днем учителя. В жизни трудности у нас, как все нам пережить? Кто помог бы нам сейчас, если бы не вы? Все проблемы уходят в миг, и нет лишних слез, когда учитель с нами все всерьез. Хотя мы можем вам порой докучать, на всех поступках есть любви печать, и все цветы улыбки сегодня вам. Забудьте вы все ОП, ОГ, ЕГЭ, своей дорогой в жизни мы пойдем, но вашу теплоту с собой возьмем. Сегодня вся страна вам говорит, что любит только вас, лишь вас, все для вас. С днем учителя! С днем учителя!